Здравствуйте! Сегодня мы расскажем секрет фокуса. На самом деле фокус использовался не как вы думали все три карты, а на самом деле их использовалось пять. Потому что было два дубликата, король и король, и ты, два джокера и один туз. Как же подготовить эти пять карт? Двум джокерам, вот примерно вот тут такой типа туза, приклеим вот да, двухсторонний скотч. Прозрачный, советую. Всем. Так, вот в это место. Чтобы оно было вот примерно вот здесь. Видно? Использовать лучше вот всего такой вот скотч фирмы Скотч. Глупо, конечно. Глупо, но именно его лучше использовать. И проделаем это с двумя джокерами. К этому и к этому. Теперь вот у которого здесь написано какие-то гарантии, приклеим туза пики. Таким вот образом. И проглаживаем, чтобы все скрепилось. Ко второму же приклеим любой из дубликатов короля. Ну, допустим, вот сюда. И проглаживаем опять же. Может так вот сделать, давай. И один король остается неподготовленным. Дальше про показ фокуса. Когда мы показываем вот так двух джокеров, здесь на самом деле у каждого джокера внизу есть вот под этим туз, под другим король. В данном случае нужно положить их верхнего, который вот с тузом наверх, точнее вниз, путаю их, а этого вниз. Когда мы кладем между ними короля, этого кладем вниз, этого наверх, за гарантией. Здесь туз, здесь король. И показываем вот так. Потому что здесь вот лежит король, мы переворачиваем, складываем, запихиваем и говорим. Мы теперь берем вот не отсюда карту так, чтобы был джокер, а берем вот как бы с верхнюю карту отклеим от скотча. Вот. Отлепили, получается, его очень плохо видно, можно так, еще вот так перевернуть немножко. И говорим, какая это карта? Какая это карта? Джокер. Джокер. На самом деле это король. А здесь у нас остались два джокера. Но на самом деле здесь одна карта с скотчем, а здесь у нас одна карта обычная король, которую мы клали. И туз приклеенный к джокеру. Дальше мы говорим, это джокер, мы его кладем в середину. Это король, мы его кладем первым. И делаем такое движение. Раз, два. Ну, чтобы как бы слиплись две стороны, опять джокер стал, как бы спрятался короля. И рассказываем карты. Говорим, король, джокер, джокер. Говорим, перемешиваем карты. Можно хоть как-то перемешать два раза, там, три раза. И дальше происходит такое небольшое что-то. Все думают, что вот здесь король. Немножко может отлепиться, потом лучше хорошо проглаживать. Или скотч побольше клеить. Берем и здесь покажем джокера. Что говорим? Вот здесь джокер, здесь король. Дальше начинается самое интересное. Когда мы вставляем его якобы в середину, мы вставляем его не в середину, а вот как бы под первого джокера, то есть вот с этими гарантиями. Там у нас под ними лежит туз. Так вот ставим между тузом и джокером. Вот сюда. И как бы так начинаем, немножко отпускаем и давим, чтобы она зашла под туза. Но это не получается. Можно как-нибудь так отлепить немножко, чтобы спился. И теперь два раза делаем такое движение, чтобы тоже получив склеился. И говорим. Джокер. Король, туз. И спрашиваем, где король? Скажи, пожалуйста. Вот здесь, да? Там здесь находится туз уже. Здесь у нас два джокера. Ну, дальше это весь фокус. Дальше можно каким-то образом джокеров подменить, а дать, например, зрителям. Если да, если понравилось вам фокус, смотрите, ставьте плюсы. Удачи, пока.